Всем привет! В этом видео покажу топ-10 моих лучших самоделок для рыбалки, которые были самые полезные и уловистые в 2019 году. Полные версии их будут в описании под видео. Итак, поехали! 10 место занимает крылатый джиг, оснастка которая придает размашистую игру силиконовой приманки и создает дополнительное время при падении. Лучше всего она покажет себя по холодной воде и с водоемами с небольшой глубиной. На 9 месте два способа, как заточить крючок и проверить его остроту. Восьмое место занимает береговой отцеп. Он мне спас немало воблеров и блесен, но отцепить приманку можно не далее 20 метров от берега, с спокойной водой. Потому я сейчас пользуюсь только заводными разрывными кольцами, так сказать, предохранителями. Седьмое место занимает неоновый двухцветный силикон с добавлением люминофора, который светится в темноте, и в ультрафиолете. Испытывал на рыбалке, и он оказался уловистее обычного. На него ловились полкилошные окуни, на простой мелкие и редко. На шестом месте самодельный боковой кивок из стяжки. И вторая версия летнего кивка из прозрачного шифера. Пятое место занимает снасть убийца окуня. Не зря она заслужила такое название, так как ловит по 2-3 окуня за раз. Она очень зацепистая, как по окуню, так и по траве с корягами. Четвертое место за снастью жнец карася. Простая и очень уловистая, особенно с мастыркой по нашему рецепту и клипсованием. Можно косить карася ведрами. Скользящий отводной поводок занимает третье место. Благодаря скользящему грузу эта оснастка очень чувствительна. Поклевка передается сразу на шнур, минуя груз. Ловит окуня почти на каждом забросе. Второе место заняла блесна трубка на зимнего окуня, но не простая, а гальваническая. Окунь ловится стабильно, особенно хорошо показала уловистость в глухозимье, когда на мотыль не клевала, а эта блесна ловила. Есть, 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 ребята. Как только блесну поставил, смотрите, какой кушок. О, красота! Блесна рулит. И первое место по праву занимает блесна кошмастер, которая сделана необычным способом – меднением, благодаря чему в приманке создаются микротоки, которые сводят щуку с ума, и она жадно атакует блесну. Но жаль, клюет только мелкая щука – до кило. Для щуки побольше жду весны испытать новые самодельные блесна. Смотри, на мою блесенку кошмастера самодельную. Друзья, в 2020 году будет больше самоделок и рыболовных приключений. Хочу выразить огромную благодарность всем подписчикам, нас уже почти 15 тысяч. Ваши комментарии и лайки мотивируют снимать видео дальше и лучше. Предлагаю посмотреть лучшие моменты из наших рыбалок с 2019 года.
на паузе. Ах, красота! Видишь, как клюнуло. Молодец, Илька. Кукусики. Ого, карп взял, я чуточку упал, карпуша взял, куда, ай-яй-яй, теща спасай, капец, тут что-то в воду не упал, вот такой карпуша. Будь наготове, будь на чеку, как ковбой, знаешь, ковбой стоит. Готовлюсь к пистолету доставать. А ты как сам готовился к удочке. Аня. Аня, давай, давай, посекай. Кончик вещи. Ой, тут поклевка. Да? О, давай сюда, давай, молодец. Хороший карась, да? У меня ноль. Вот такой красавец. Гуляй. О. Капец. Шикарное трио. Это за 2 часа. Карасик клюнул. Ну покажись, покажись, давай, давай. Ну покажись. Ух, там хороший, блин, капец, кабанчик. Ёханый бабай. Блин, это походу рекорд. Мой трофейный окунь.
Вот такие, ребята, кабасики клевали. Это просто пипец. Молодец. Давай, как классно. Так, что у нас там по улову? Капец. Букетик. Ну, нормалёк, считаю. Папа, мы с тобой сегодня трохи вырвались.